Друзья, стиральная машинка Electrolux плохо проходит вода, то есть проблема в сливном клапане. Но на этом все не заканчивается. Сверху еще стоит сушка, которую снять почти нереально, потому что она весит. Вот смотрите. Вот я, вот сушка. Немерено. Поэтому нашел способ, как ее сдвинуть, наклонить. Окей, наклонил. После этого нужно вытащить клапан. Но там три винта. Я вам сейчас покажу. Раз, два и три. И если этот, четыре. Нет, вот раз, два и три. Этот откручивается легко. Этот только через, сейчас покажу, через поворот, вот такой на 90 градусов длинной битой. Окей. То нижний, чтобы открутить, бабух. То нижний, чтобы открутить, нужно снять еще дополнительный груз. Вот здесь вот был, вот. И только тогда можно получить доступ вот к этому винту. Но скажите, кто это придумал? Зачем так делать? Ой, ну реально сложно. Банальный клапан. Но добраться до него в реаль... вот в таких вот бытовых условиях почти невозможно. Вот как-то так. Сейчас буду менять на новый. Сейчас кину. Вот новый. Да, вот старый тут видно. Вон уже, видите, вода проходит насквозь. Видно там накипь. Короче, он открывается, но нормально не работает. Ну, вода течет еле-еле-еле. Может, здесь что-то забилось, я не знаю. Короче, нужно его менять. Вот так. Сейчас буду собирать все в обратной последовательности. Резинки. Резинки здесь остались. А на этом нет. Нужно их будет сейчас снять и переставить. Ладно, все, всем хорошего дня. Вот такой вот интересный ремонт машинок Electrolux, типа Европа. На самом деле, хуже, чем местный Whirlpool американский.